Дим, ну как, клюет рыбка? А потихоньку. А что клюет-то хоть? А всякая беда. Гибрид. Да? В основном. Это интересно. Зимой. Я понял. Будем на солнышко. Загораем. Это здорово, конечно. Мне тоже нравится. Нет, отлично. Вечерний? Летний день. Летит. Клюет нормально. Тебе что, скучно? Не-не-не. Пошли. Привет, ну. О! Еще. Так, давай. Опа, о! Смотри. Смотри, что там? Клюет. Опа! Что это? Вот это вы взяли. А вы эти не ловите. Опачки! Все, ничего себе, хороший улов, ребят. Ну это вообще, вот. Ну здорово. Ну все, надо же теперь это дело обмыть. Да. Я согласен. Все, пошли. Вот так вот, ребят. Вот так вот мы живем на Дону. Ну и на Маныче тоже, в принципе. У нас так всегда. Ставь лайки, пиши комментарии. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте тут. Помни. Подписывайся на Казак Дон Спорт ТВ, ставь лайки, смотри наши видео. Скажу вам отцы честно, есть ребята, с которыми скучно, есть с которыми интересно. Вот с кем скучно, я не стою. С кем интересно, я стою. Женька и Юрка в одном строю, поэтому с ними я стою. Подписывайтесь на этих ребят, не пожалеете. Однозначно подписывайтесь.